Привет-привет, рыбы! Меня зовут Макогон Людмила. 15 ноября планета Сатурн выходит из своего ретроградного движения в вашем первом доме гороскопа, который отвечает за вас самих, ваш внутренний мир и внешний вид, ваши желания и планы на будущее. Сатурн заставит вас по-новому взглянуть на себя и свою жизнь. Вы можете засомневаться в выбранном пути, не понимать своих истинных желаний. Могут появляться страхи, неуверенность в своих силах, различные комплексы и недовольство собой. Подходящее время для самоанализа и работы психологом. Не бойтесь заявлять о своих желаниях. Не зацикливайтесь на критике. Обращайте больше внимания на свои достоинства и те перспективы, которые открываются перед вами по мере того, как вы преодолеваете этот психологический барьер. Избавляйтесь от иллюзий. Смотрите на мир реалистично. Добавьте в свою жизнь больше структуры и порядка. Найдите для себя опору и те близких по духу людей или каких-то идей. Ставьте перед собой цели конкретные и выполнимые. И двигайтесь к ним. Сатурну нравятся целеустремленные люди. Сатурн способствует формированию человека как личности. Он учит нас мудрости через терпение, настойчивость и умение преодолевать обстоятельства. Не нужно бояться трудностей, их можно устранить. Кто не побоится столкнуться с ними, в конце пути получит щедрый дар планеты. Задача Сатурна вовсе не наказать нас. Он создает препятствия, которые помогают нам расти. И здесь очень важно знать, где находится Сатурн в вашем личном гороскопе. В натальной карте он показывает области, в которых вы можете чувствовать ограничения и трудности. Понимание этих ограничений и работа над ними поможет вам преодолеть препятствия и раскрыть свой потенциал. Напишите в комментариях знак своего Сатурна или дату, время и город рождения, и я помогу вам найти направление для работы над своими ограничениями. А если вы желаете понять, как ваш личный гороскоп влияет на ключевые сферы жизни, записывайтесь на уникальную консультацию по натальному анализу гороскопа, который поможет раскрыть тайны вашего предназначения и найти ответы на важные жизненные вопросы. Для этого вам нужно написать в WhatsApp или Telegram «Хочу разбор натальной карты», и я пришлю вам информацию об этой услуге. Не забывайте и о своем внешнем виде. Продумайте образ, обновите гардероб, смените прическу. В работе и учебе Сатурн может проявить себя с позитивной стороны и наделить вас необходимым дисциплиной и упорством, умение планировать и решать любые задачи. Возможно, вы получите новую должность или поднимете свой статус, но это наложит на вас новые обязательства. Придется проявлять больше упорства, усердия и инициативу. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Благодарю вас за просмотр. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Не забывайте подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями.